Добро пожаловать к нам на канал. Сегодня в выпуске. Epic Games намерена судиться с Google и Samsung. Объявлено время релиза первого дополнения к Diablo 4. Анонсирована новая часть серии Assetto Corsa, а также короткий календарь событий на завтра, среду 2 октября, и многое другое. Epic Games подала новый судебный иск против компаний Google и Samsung. Согласно официальным документам, причиной конфликта стала функция автоблокировки, предотвращающая установку приложений из неавторизованных источников на смартфонах Samsung, блокируя доступ к мобильной версии магазина Epic Games Store. Отмечается, что данная опция по умолчанию включается на новых смартфонах производителя с лета текущего года. Epic Games уточняет, что это ограничивает пользователей, принуждая их загружать приложения из Google Play Store. Помимо этого, в документе указывается, что владельцам смартфонов проще отказаться от установки программ не из магазинов, вместо того, чтобы отключить функцию, так как для этого им потребуется совершить 21 действие. По итогу Epic Games требует суд запретить Samsung включать автоблокировку, а также возместить все расходы. Другие стороны конфликта ситуацию пока никак не прокомментировали. Компания Amazon Prime выпустила новый тизер сериала «Like a Dragon Yakuza» — телевизионная адаптация одноименной серии игр от Ryuga Gotoku Studio. В ролике показали некоторых из героев проекта. Среди них Казума Кирю, Горо Маджима и некоторые другие. Напомним, сюжет тайтла берет за основу сценарий первой части серии, но не будет пересказывать его полностью. Премьера первых трех эпизодов намечена на 25 октября. Оставшаяся часть должна будет выйти 1 ноября. Информация о продолжении пока не поступала. Студия Manfish выпустила тизер третьего дополнения для проекта Atomic Heart. В коротком ролике показали одного из роботов, известных по основному сюжету тайтла, а также одну из локаций, на которых будут происходить события аддона. Согласно официальной информации, частично сюжет дополнения будет разворачиваться на территории комплекса Челомей. Помимо этого, ожидается появление и других локаций, однако подробностей о них пока что нет. Название DLC, как и его сроки релиза, пока не раскрываются. Напомним, ранее компания Кинопоиск анонсировала сериал по приключенческому экшену, информации о котором пока что нет. Компания Blizzard раскрыла время запуска первого сюжетного дополнения для Diablo 4 под названием Vessel of Hatred. Согласно официальной информации, аддон появится на консолях и ПК 8 октября в 2 часа ночи по московскому времени, одновременно вместе с началом 6-го контентного сезона. Предварительная загрузка должна стартовать 5 октября в 2 часа ночи по Москве на консолях и уже началась для магазина Battle.net. Британская компания Sky Group объявила о подаче иска против Warner Bros. Согласно официальной информации, причиной конфликта стал отказ последнего от сотрудничества по совместному производству сериала о Гарри Поттере. По словам представителей Sky, в 2021 году Warner Bros. Обязалась предлагать совместно производить 4 сериала в год с передачей прав на эксклюзивное распространение проектов в Европе. Однако в случае с сериалом по Гарри Поттеру, Warner Bros. Объявила о самостоятельном производстве, нарушив условия договора со Sky. Последний оценивает ущерб как минимум в сотни миллионов долларов. Напомним, официальное сотрудничество между компаниями должно завершиться в 2025 году. Другой информации по ситуации пока нет. Польская студия CosmoScouts объявила сроки релиза фантастического шутера Moon Mystery. Проект должен появиться в магазине Steam 28 октября. Стоимость пока что не называется. Помимо этого, сейчас для всех желающих на той же площадке доступна бесплатная демоверсия. Напомним, по сюжету Moon Mystery игроки отправятся на первую лунную базу человечества, чтобы выяснить, что произошло с первой экспедицией. Спутником в путешествии станет помощник Тоби, управляемый искусственным интеллектом. Разработчики обещают лунные локации, различные виды транспорта, вплоть до подводной лодки, столкновения с противниками, исследование черных дыр и многое другое. Sega и Sports Interactive официально анонсировали Football Manager 25, продолжение известной серии футбольных стратегических симуляторов. Разработчики опубликовали дебютный трейлер, вместе с которым поделились нововведениями, которые появятся в игре. Среди них новая лицензированная премьер-лига, женские футбольные команды, больше играбельных лиг и наций, технические и визуальные усовершенствования, более удобный пользовательский интерфейс, реалистичные объемные анимации игроков и многое другое. Релиз Football Manager 25 ожидается 26 ноября на ПК. В этот же день игра появится в каталоге подписки PC Game Pass. Sabotage Studio анонсировала крупное бесплатное обновление под названием Dawn of Equinox для ролевого проекта Sea of Stars. По информации от авторов, аддон должен добавить следующее нововведение. Локальный кооперативный режим на 3 человек, улучшенную боевую систему с дополнительной механикой, обновленный пролог без флешбеков, дополнительную кинематографическую сцену, реликвию, включающую режим спидрана,
три режима сложности, изменение баланса умений на основе отзывов пользователей, а также ряд других правок. Релиз обновления ожидается 12 ноября. Издатель 505 Games официально анонсировал новую часть серии Assetto Corsa с подзаголовком «Ива». Разработчики представили дебютный трейлер, показав уровень графики нового тайтла. Из подробностей на текущий момент известно, что игра получит еще более реалистичную и технологичную версию. Тайтл создается на обновленном движке, позволяющем обеспечить поддержку VR, трех экранов, а также реалистичное поведение автомобилей на асфальте при разных погодных условиях. Релиз гоночного симулятора намечен на 16 января 2025 года. А теперь короткий календарь событий на завтра, в среду, 2 октября. Стартует третий сезон аниме ReZero. В Киото открывается музей компании Nintendo. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, а также оставляйте лайки и комментарии с вашим мнением по сегодняшнему выпуску. Напоминаем также, что у нас есть канал в ТикТок, где два раза в день выходят короткие сводки новостей, и группа в Телеграм, где доступен весь наш контент. Ссылки на них в описании под видео. Еще раз большое спасибо за просмотр и до новых встреч!